Утром на соревнования, вечером на линию. Водители Наринмарского АТП определяли лучшего из лучших. На предприятии прошел конкурс профессионального мастерства. На старт вышли 7 самых опытных водителей автобусов. Подробности в нашем сюжете. Принять участие могли работники Наринмарского АТП, не имеющие нарушений трудовой дисциплины в течение года и допущенные по состоянию здоровья. Судьями конкурса выступили не только труженики предприятия. Для проведения конкурса мастерства среди водителей и работников ремонтно-механических мастерских у нас создана комиссия. В нее входят представители администрации и коллектива АТП, городской администрации и окружной администрации. Оценивали теоретическую часть на знание правил ПДД и оказание первой помощи. А в практической части баллы давали по 6 элементам – змейка, парковка, бокс, кольцо, эстафеты и линию стоп. Невыполнение элемента начисляются штрафные баллы. Невыполнение элемента – 300 баллов, сбитая стойка – 30 баллов. Ну и в итоге подводится сумма баллов по окончанию заезда. Заезд проводится на время. Фиксируется с линии старта и до линии стоп общее время. Работники уже не первый раз принимают участие в конкурсе. Победителем будет набравший меньше всего штрафных баллов и проехавший быстрее всех. В 2009 году я был первый, потом второй. Просто как-то азарт все, берешь. И плюс еще вот интересно, это материальная, здесь финансовая часть, короче, интересуется. Вот хорошо. Приз нормальный. В этом году первое место занял Анатолий Провилов. Победитель получит денежный приз в размере 25 тысяч рублей. Официальное награждение состоится 29 августа. Закир Вафин, Александр Дуркин, телеканал «Север».